А правда ли, что изучение иностранного языка развивает и улучшает память? Да, это так. В последние годы психологи отмечают, что у младших школьников и подростков появляются проблемы с запоминанием стихов, слов, текстов. Мне кажется, это связано с тем, что технологический прогресс убыстряется, и, соответственно, восприятие информации, ее усваивание изменяется. Детям сейчас уже не нужно запоминать факты, они могут их в любую минуту загуглить, поэтому они их просто и не запоминают. Клиповое мышление тоже не помогает сосредоточиться, поэтому вот эти трудности и возникают. Зато здесь может помочь изучение иностранного языка по правильно подобранной схеме в зависимости от возраста. Это может сделать процесс запоминания более эффективным, менее напряженным. Я помню множество игр, в которые я и моя младшая сестра играли на запоминание слов. Мы собирали слова на умных кубиках, играли в бинго, в различные настольные и онлайн-игры, составляли словарную гармошку. Также мы угадывали слова на ощупь. У Лоры, кстати, очень много игрушек, начиная от фруктов, заканчивая различными новогодними игрушками. Также мы снимали видео. Даже самые маленькие рассказывали на видео о том, как они делают вкусный фруктовый коктейль. Я даже помогала его делать своей младшей сестре. Каждый в группе у Лоры снимал различные интересные сценки, где разыгрывал интересные сюжеты на английском языке. Поэтому точно могу сказать, что позанимавшись у Лоры и, может быть, даже не выбрав направление в английском языке, ты выходишь с огромным багажом знаний, которые будешь использовать на протяжении всей своей жизни.